художник по образованию, пришел к нам в музей, освоил и полюбил глину, и теперь буквально за считанные минуты творит из этой глины. Что в центр круга кидается небольшой колобок подготовленной глины. Почему в центр? Чтобы изделие не сорвало, да? И вот при помощи только рук мастер вытягивает из этого колобка изделие. Вот сейчас, наверное, будет крынка. Крынки называли горбушками за широкое горло, хранили в них молоко, варенец, делали сметану. Толщину стенки мастер чувствует только своими руками. А, да, он еще украсил, видите, глину, соединил красную и белую. После обжига вот эти изделия станут красными. Обжигаются в печах при высокой температуре. Потом опускаются в глазурь, глазуруются. И еще раз обжигаются. Ну и вот такой узор получается красивый. Излишки влаги удаляются. И вот самый торжественный момент. При помощи лески изделие срезается с гончарного круга и ставится вот на такие поддоны, подставочки. Сколько изделий делаете? Два? Изначально все одни и те же. Центровка, цилиндр. Определяется дно изделия. И сейчас, видимо, будет горшочек глиняный. Все гончарные изделия мы также, как и бандарные, продаем нашим посетителям. Охотно их все разбирают, потому что в глиняной посуде можно готовить. Получается, как фабричное изделие. Видите, для крышечки вот такие узоры украшают. Ну, буквально минута, наверное, да, прошла. Вот что значит высокий профессионализм мастера. Ну, а сейчас крышку нам еще Сергей Михайлович сделает. Вот посмотрите, это работа, прямо скажем, с закрытыми глазами. В обратном идет. Слушается. И вот видите, никаких линеек.
Какие глаза? Нанесет узор. Ага. Сглазила. Покажите нам крышку. Вот такие замечательные гончарные изделия производятся. А, еще сделаете? Но это теперь уже левша будет. Шила, леска, руки и глаза. И все. Ну вот, на большой руке. Смотрится. Изделие, видите? Миниатюра называется. Спасибо.